Техника, эксплуатирующаяся в условиях Крайнего Севера и Арктики, подвергается воздействию экстремальных климатических факторов. Частые причины выхода из строя деталей – это недостаточная морозостойкость серийных эластомеров, низкая износостойкость традиционных полимерных материалов и несовместимость различных полимерных изделий с новыми рабочими средами. Детали, изготовленные из полимеров и эластомеров массового производства, не могут обеспечить надежной и бесперебойной работы подобной техники. Изготовленные из материалов специального назначения детали имеют высокую стоимость или производятся за рубежом. Как следствие, это приводит к значительным затратам на ремонт и простою техники. Основным продуктом проекта являются комплектующие детали из полимерных и эластомерных материалов для автомобильной, авиационной, промышленной техники, эксплуатирующейся в экстремальных условиях Крайнего Севера и Арктики. Мы предлагаем полный цикл исследований от разработки рецептур, проектирования изделий до производства и испытаний. Достижение необходимых эксплуатационных характеристик будет обеспечено путем использования в составе полимеров и эластомеров различных инновационных нанонаполнителей, сочетания в составе изделий различных смесей эластомеров, использование изначально морозостойких эластомеров отечественного производства, разработкой новых технологий приготовления композиции и созданием полимерных покрытий на эластомерах для улучшения характеристик. Потенциальными потребителями являются машиностроительные, авиастроительные и добывающие компании, занимающиеся эксплуатацией различных видов техники в экстремальных условиях в Республике Саха-Якутия и в Пермском крае. Наши разработки превосходят по различным характеристикам существующие аналоги. Основными недостатками аналогов являются низкая морозостойкость и высокая стоимость. В нашей лаборатории были разработаны сальные блоки для автомашины Toyota Land Cruiser 80, которые прошли успешную апробацию. Также были разработаны уплотнители сечных колодцев для автомашины УАЗ, которые также прошли успешную апробацию в Якутск Медтранс, которые превысили эксплуатацию исходных материалов в 4 раза, чем они остались очень довольны. Так и были разработаны уплотнительные кольца на трансмиссию бульдозера Komatsu D375 для алмазодобывающей компании «Алмазы Анабары», которые также в прошлом году были установлены и прошли успешную апробацию в зимнее время. Сейчас в дальнейшее время продолжается их эксплуатация. Преимуществом данных материалов является в том, что они могут эксплуатироваться от минус 60 до плюс 200 градусов в таких агрессивных средах, как бензин, масло, нефть, не теряя своих основных уплотняющих свойств. Нами также был разработан состав эластомера уплотнительного назначения для авиационной техники, который не уступает по своим свойствам промышленным маркам. Мы знаем, что такое мороз. Мы умеем разрабатывать морозостойкие материалы. Мы разработаем и изготовим материалы и изделия под ваши условия. Мы открыты для сотрудничества.